если во вторник поехать, в пятницу... КамАЗ Шапе 225. Хорошо. Почти готов. Какие у нас остались моменты? Моменты по переоборудованию, чтобы было указано топливные баки. Потом защита баков и внизу сетка. И с проставкой вопрос решить. Ну, чтобы сделать его или ниже, или так оставить. То есть это у нас один КамАЗ. Это у нас 12 года. Европанель. Заводить будем уже с клиентами. Крыша Макси. Две спалки. Уже с клиентами обсудим, вот здесь надо ли закрывать или нет, или полностью частично, или оставить как есть. Это уже в понедельник, сегодня у нас суббота, а в понедельник уже клиент приедет, там решим, там обсудим как. И в понедельник уже будет готова вторая, где 15-й год. Это у нас евро 2, 36 лошадей, все как мы любим. Два бака в том и в этом КамАЗе. Все вы это знаете. Как обычно. Есть мосты Мадара, в том мосты КамАЗ. Что заведем?